Приветствую, дорогие зрители! Продолжаем разговор о жизни. Например, какие шаги, что нужно делать, если ты решил изменить свою жизнь, улучшить. И я рассказываю на своем примере весной, вернее, в конце зимы, уже перед весной, я поняла, что мне нужно что-то изменить и начать и творить где-то в другом месте. И выбрала Францию. Конечно, это было очень тяжело для меня, потому что Франция – это дорогое государство. И тем более я выбрала лазурное побережье, город Ницца. Не зная языка, имея маленькие доходы, я пенсионерка, украинско-польская, и все равно я поехала первый раз послушать свою душу, почувствовать себя в тех условиях. Потом, позже, в середине мая, мы поехали с мужем, уже купались в море прекрасным. Очень понравилось, я даже начала там творить. Вместе с художниками, сеньорами, я рисовала на площади Гарибальди, потом прекрасно возле базара Флёр де Марш. И к чему это я говорю, что если ты что-то решил, то надо уже что-то делать. Прежде всего, нужно и физически делать, что я, например, и делаю. Начинаю изучать сейчас французский язык. Еще плюс до этого рисовать рисунки, которые могли бы, картины, которые могли бы быть востребованы на том обшаре. Например, вот эта девушка, которая на фоне моря, лазурного моря, то ли едет на лыжах водных, то ли на яхте. То есть, если вы решили что-то изменить, прежде всего вам нужно направить свое внимание на осуществление этой перемены. Что вы должны сделать? И все время думать, все время идти в том направлении. Нужно начать как бы программировать себя, программировать свое подсознание, а подсознание – это часть Вселенной, чтобы оно, Вселенная, вам помогла в осуществлении этого проекта. Но перед тем, как уже себя программировать, как действовать в этом направлении, вы должны в тишине, в уединении, сам на сам посидеть, помолиться, запалить свечку и попросить Бога, чтобы Бог вам показал, подсказал, правильно вы делаете, что идете вот именно этой дорогой, чтобы вы отчитали различные знаки, умели, поняли, и Бог будет вас направлять, будет показывать. Если это ваша дорога, то вам будет легче идти по ней. Не без того, будут там какие-то препятствия, но не такие сильные. И если вы уже чувствуете, так, это то направление в осуществлении моего проекта, надо двигаться. Надо постоянно свое внимание настраивать на тот проект. Надо все делать так же в отношении этого проекта. И не надо, как говорят, задумываться, бояться, что там дорогое, что там не получится, что там то все. Отбросить все блокады, все страхи, как бы впасть в такую прострацию, такую ни о чем лучше не думая, не нервничая, вот так вот, не нервничая, а просто уже идти по этой дороге, в том направлении, в котором осуществляется ваш проект. И вот я поехала, начала рисовать картины, поехала не один раз, познакомилась со многими, даже заработала какую-то копейку, потом поняла,
что там я не умру с голода. Мне предложили даже воспользоваться пайком, там дают пайки для малообеспеченных семей, и мы пошли там, где давали пайки с Монако. Я вначале думала, зачем это я делаю, для чего это Бог, как говорится, позволяет мне делать. Ну, чтобы я увидела, что я там не умру с голоду. Понравилось мне все, поняла, что я там смогу среализоваться, особенно это море, поправить свое здоровье тоже. И даже в таком возрасте, возможно, также себя финансово проявить, зареализоваться. Вот, например, я как художник там с бижутерией еще поехала с нашей артистической фирмой «Аранда», с кристаллами Сваровски. И начала, сейчас рисую. Рисую очень много картин на французскую тему. Изучаю французский язык. И готовлюсь только постепенно, отчитывая все сигналы, все знаки, которые мне дает Вселенная, готовлюсь к следующему шагу. Иду в том направлении, потому что выбрала его для изменения своей жизни. И самое главное, не останавливаясь, не задумываясь сильно, не напрягаясь, а зачем мне это нужно? Раз мне захотелось, я захотела изменить, я более-менее так проанализировала, что это направление мне нравится, и я иду, и отчитываю знаки, благодарю Бога и иду дальше. Так что, возможно, встретимся когда-то уже на Лазурном побережье, я буду делать фильмики с того региона. Будем разговаривать, посмотрим, изменю я жизнь, посмотрим. Методы, которые вот я вам представила, они помогают в жизни простому человеку. Увидим. Всего хорошего. До свидания.